Так, друзі, доброго раночку всім, хто до нас доєднався. Доброго та бадьорого ранку. Ну, а тим, хто з нами з самого початку, зараз будемо говорити про ринок нерухомості. Це вічна тема, про яку одні говорять, що це класно, інші кажуть, що там багато всяких підводних каменів. І, ну, коротше, зараз нам наша гостя Марина Дорогенко, ріелтор. Доброго раночку, розкаже про ринок нерухомості усі деталі. Давайте, напевно, почнемо з самого головного. Що зараз відбувається на ринку нерухомості? Да, этот вопрос многих интересует, потому что в ситуации с пандемией почему-то многие люди считают, что если у них нет работы, ну, какие-то товары не продаются, то недвижимость уж подавно не будет продаваться. Хотя на самом деле 2020 год по статистике вообще показал, побил все рекорды о продажах, то есть увеличился количество продаж на 5%. Ого. Да, это по статистическим данным, вне зависимости от того, что первые два квартала они были достаточно тяжелые. Особенности первый локдаун, он был вообще непонятный, люди боялись всего, никто не хотел никуда ехать. Так. Вот. Но это очень быстро догналось именно ситуации лета. И где-то в сентябре-октябре мы уже поняли, что на рынке недвижимости реально есть большой уже дефицит. И то есть сентябрь... Дефицит. А почему так произошло? То есть очень многие застройщики, да, как бы они регулируют, да, ценообразование тем, что они выпускают какими-то партиями, да, жилье. Вот. И сдалось в прошлом году на 50% меньше, чем в предыдущем 2019. То есть сдалось жилья меньше, а купилось больше. Так. И, соответственно, сейчас мы имеем огромнейший дефицит ликвидного. Мы сейчас говорим вообще про массовый рынок, мы не говорим про антиквариат, про исторический центр города там, и про элитную недвижимость. То есть про то, что покупают все. Вы, до речі, згадали про забудовників. От є питання, яке хвилює усіх. От так, є добросовісні забудовники, а є недобросовісні. От як відрізнити одних від інших? Як не втрапити в халепу? Да, ситуация в городе Киеве очень запутанная в этом всем, потому что буквально за прошлый год был скандал с банком Аркада, с Укрбудом. И перед этим еще очень много, большой отпечаток нас оставили стройки Войцеховского. Мы их видим по всему Киеву. Так. Это они просто имеют очень много непонятных моментов, но, тем не менее, люди попадаются до сих пор в эти ловушки. То есть важно понимать, что есть конкретно мошенники, так, которые делают этот бизнес для того, чтобы ничего не строить и ничего не достраивать. То есть не берутся никакие разрешительные там документы на строительство. Земля находится там каким-то самозахватом. Вместо бассейна строится дом. Вместо 16-этажного дома 5 домов. То есть это то, Маричко, что... Але як зрозуміти, людина от хоче придбати житло, придбати на первинному ринку, на первинному, наскільки ми розуміємо, так? Хоче якби і зекономити так, і щоб була класна квартира. З мінімальними ризиками. Так, правильно? З мінімальними ризиками. Як зрозуміти, що, ну, от, наприклад, цей даний забудовник, його краще оминати. За якими ознаками? Смотрите, у нас є шикарний сайт Loon.ua. Так. Це не є государственним сайтом, він просто для удобства пользователей, он собирает информацию везде во всем интернете. Там можно открыть объект, ввести просто адрес строительства. Да. Вы открываете и смотрите. Там есть досудебные дела, все разрешительные документы можно посмотреть. И где какого-то документа нету, он отсутствует, везде будет написано. Обратите на это внимание, обратите внимание. Но это просто информационный как бы портал. Есть же государственный сайт, есть от КМДА, коммунальное предприемство ЛИК называется. Да, да. Там вы можете посмотреть на карте просто полностью карту Киева, и вот эти все стройки проблемные, долгострои, либо же объекты незаконного строительства, они все указаны, и то есть там, ну, четко все написано. У меня одразу питання, якщо все так прозоро, якщо все можно визначити, подивитися, чому ж люди такі втрапляють, от такі халепи? Ну, смотрите, ситуация в том, что есть добросовестные застройщики, да, ну, есть застройщики, которые планировали это все сделать, сдать, как получилось там с некоторыми большими корпорациями, которые сейчас будут достраивать другие застройщики. Так. Они брали разрешение, земля у них вся как бы официально под это назначение, но по каким-то причинам, либо по кризисам 2008-2014, вот этих денег, которые они
не собрали, не хватило для достройки. У забудовника першочергово не було мети там в оману, так склалося вже. Из-за инфляции. То есть это сейчас ведется как бы расследование, это все уже будет ясно потом, да, по каким причинам, то есть либо это там нецелесообразное использование денежных средств, но там все в рамках закона, и государство, то есть как бы у нас достаточно гибко, оно готово идти на уступки, готово сотрудничать с этими инвесторами, которые попали в ловушку, и они, как бы, естественно, это все будут доводить дома. Наскільки ми знаємо, що багато з цих недобудов, там Аркадія, там викупили Київміськбуд, і зараз таки будуть добудовувати. Да, Укрбуд. Так. Фонд Укрбуда практически весь перейшов Київгорстрою, столица груп буде достраивать Аркаду. Так. То есть это два таких глобальных застройщика. Касательно вот этих строек Войцеховского, да, которые... Это вечное питание в Киеве. Это вообще, да. То есть, помимо этого, я вам хочу сказать, там очень много аномалий. Почему? Потому что очень многих людей там присвоено... Ну, есть право собственности, которое просто было, ну, незаконно выдано, да. Эти почтовые адреса, они... Это фикция просто. И люди до сих пор покупаются на дешевое жилье. А, естественно, инвестора, которые попали в эту ловушку, вони хочуть продати. І вони будуть розказувати вам все, що угодно. Я от, до речі, ми з вами заговорили про нього, я вже не хочу називати це прізвище. Одним з критеріїв, чому йому вдається продавати це житло, це менеджери з продажів, які, ну, просто вовки, от серйозно. І от питання таке, от людина, яка не дивиться там по реєстрах нічого, так, ну, просто побачила рекламу, о, дешеве житло. Коли приходить на зустріч з менеджером з продажів, що повинна знати, аби не втрапити в пастку? Ну, смотрите, здесь нужно как бы включить здравый глузд, да, и как бы опираться не только на то, что тебе сказал человек, который сидит в отделе продаж, потому что, естественно, он заинтересован в том, чтобы продать. Ну, тебе как золото там все расскажет. Да, и опять же таки, у этого человека, да, когда вот такие вот схемы происходят, там шикарные юристы работают, там это все очень юридически запутано. И вы можете даже прийти с юристом, вам дадут вот такую папку, он почитает там и скажет, да, вроде все нормально, но как бы это должен быть специализированный юрист, который разбирается, в каких документах, какие конкретно нужны для строительства. Поэтому на что лучше опираться? Лучше опираться на государственные сайты, на государственные рейтинги, которые есть, смотреть, сколько этот застройщик на рынке, да, недвижимости, сколько он построил, с какими сроками задержки он сдает, потому что, в принципе, все практически сдают сроками задержки. Ну, строительство — это очень непредсказуемая такая вещь. Вот. И уже от этого опираться. И самое главное, ну, конечно же, это не просто доверять отделу продаж, а вот пройти и обойти все ножками. Если у застройщика есть уже сданное ЖК, то есть, конечно, нужно ехать туда и общаться с этими людьми, которые там живут, потому что очень многие еще попадают в ловушку того, что навязанное обслуживающее предприятие и абсолютно нереальные сумасшедшие тарифы по городу Киеву. Так. Да. То есть люди покупают первичное жилье в преимуществе, да, для того, чтобы как бы экономить на... теплее, да, это один из критериев, почему горизонтальная разводка отопления, вы можете поставить тепловой счетчик, сейчас их ставят все застройщики на каждую квартиру, и вы платите, но все остальные тарифы просто сказочные. Ну, что может быть додатково, там, охорона территории, так, там, прибудинковая территория, да, конечно, отопление прибудинковой территории, потому что сейчас очень классные дома строят, термодома, они все очень теплые, и практически в квартирах не нужно даже там включать отопление, если она не торцевая. Можно просто жить, ну, там, это прибудинкова территория, может тоже по колоссальным тарифам насчитываться. Наскільки взагалом может быть выше коммуналка, ніж у звичайному будинку? Она может просто быть такой же, как и на вторичном рынке. То есть там вам приходит вот такой вот счет за отопление, за маленькую площадь, а тут у вас это, ну, как бы раскидывает, может быть, конечно, и больше. Это мы... Выходит те самые, або и меньше. Так. Да, то есть оно вроде как бы все рассказывают, что вот вы будете экономить, а на самом деле, да, учитывая того, что площадь
площадь больше, там есть налоги, да, на большую площадь, которую вам нужно платить. То есть, и по сути, это получается то же самое, и люди этого не знают, они думают, счетчик, и все классно. І потім не зрозуміло, що виходить. Мариночко, але ми розуміємо зараз, от ви розповіли стільки підводних каменів, що дійсно потрібен фахівець для того, щоб у цьому розібратися, так? Ріелтор, хороший ріелтор, допоможе обрати квартиру, щоб не втрапити у халепу, там, оці всі врахувати моменти, нюанси? Звісно, звісно. Ну, просто нужно понимать, что важно отталкиваться от себя и чувствовать человека, потому что на самом деле риэлторы есть как и хорошие, так и плохие. Да. Это человеческий фактор, как есть нотариусы добросовестные, есть недобросовестные. Да? И то есть нужно искать, не обязательно важно сотрудничать с первым, кого вам там порекомендовали. Или у меня есть родственник, вот он мне продает уже 10 лет мою там квартиру. Ну, либо рекомендации. Да. То есть как бы, если у вас не получается, ищите своего человека, который вам... А пізнати його? Оцю свою людину, свого ріелтора. Які питання потрібно поставити ріелтору, коли ви збираєтесь з ним працювати? Ну, то есть, нужно, важно понимать, как бы, человек хочет на вас именно конкретно просто заработать, или он заинтересован в том, чтобы быть компетентным там, как бы специалистом, донести до вас важность всяких моментов. Да. Потому что, поймите, самое главное, нет одного самого классного ЖК, который там, ну, в котором всем будет, будет классно. Свои переваги, это что потребно самой людине, яка шукает, да, да, да. И то есть важно найти того, кто предлагает альтернативные варианты, кто не давит, кто именно, ну, в расслабленном варианте, ну, как бы предлагают посмотреть альтернативу, потому что ситуация в Киеве такая, что за тех же, там, за одну и ту же сумму в одном районе, там, с небольшой, там, погрешностью, там, радиуса, можно купить абсолютно разное жилье. Угу. Можно купить за 50 тысяч убитую маленькую хрущевку возле метро, угу, либо же чуть дальше, чуть лучше жилье, либо еще чуть дальше, и при этом купить хороший новострой уже. Да. А если еще подождать, то же, за эту же сумму можно в том же ЖК получить двухкомнатную квартиру. То не поспешати, це найголовніше, так? Да, да, да. Ну и по своим ощущениям не привязываться к какому-то, быть более гибкими, не привязываться к одному какому-то критерию. Потому что очень многие люди, знаете, привязываются к «вот я хочу только вот в этом доме и вот все». И сидеть и ждать просто 10 лет квартиру, ну, это как минимум, ну, Киев очень многообразен, и застройщики придумывают очень классное вообще сейчас решение. Государство, помимо этого, сейчас придумывает классные законы для того, чтобы застройщики делали более комфортными эти ЖК и более, как бы... Ну, дивіться, з приходом пандемії, чи правда, що ціни на нерухомість, вони трішки впали? І це зараз більш, якби, ну, логічніше купувати. Смотрите, по даним статистики, цены выросли приблизительно на 7%. Так. Но по сравнению с 2019 годом. Но есть где-то рост ликвидной недвижимости, да, это одно-двухкомнатные, да, в нормальном состоянии. Там составил рост 10-15%. Есть рост неликвидного, он на 3%. В среднем где-то на 7% рост. С чего, как бы, вообще сейчас нету никаких экономических вообще предпосылок для того, чтобы жилье дешевело. И вот те люди, люди, которые слушают вот эти фейки, что жилье подешевеет, там завтра будет по 10 тысяч. Я объясню два момента, когда в Украине произошло такое падение цен. Так. Да? Первый момент, это был 2008 год, это когда был финансовый мировой кризис во всем мире, и, соответственно, это все затронуло Украину. Почему так произошло? Были раздутые цены на недвижимость во всем мире, они были залиты вот этими ипотечными дешевыми деньгами, и квартира на трещине стоила, ну, вдумайтесь, люди покупали за 100, за 150 тысяч, однокомнатные квартиры тогда, в то время. И когда этот пузырь лопнул, это все лопнуло в Америке, и, естественно, так же самое и у нас, то, конечно, цены на недвижимость тогда подешевели, да, так, и они упали. Потом начался рост. Второе такое падение произошло, когда
2014 год, угу, когда у нас вообще была ситуация, когда непонятно, что происходило с государством, откалывались области, люди бежали, и они готовы были продавать это все просто за бесценок, но при этом все люди как бы, тогда и не было кому покупать за эту бесценок, потому что никто не знал, что будет. Поэтому, знаете, либо же может быть такой момент какой-то техногенной какой-то катастрофы, то есть это может быть, это точно не пандемия, то есть все нормально, мы все отлично пристосовались, многие даже улучшили свой уровень жизни, перевели в дистанционные работы. То есть это нам не мешает работать и жить, и наслаждаться жизнью. Но как бы в дальнейшем я не вижу. Если все как бы у нас будет в порядке с нашим государством, если не будет никаких таких серьезных мировых кризисов и техногенной катастрофы, то вряд ли цены упадут. Потому что спрос есть. Бизнес в недвижимости стал очень прибыльным за последние несколько лет. Люди, как и во всем мире, вкладывают биткоины, золото и бетон, недвижимость. И в Україні це все поняли, і дуже багато хто інвестує. Слухайте, будемо вірити в те, що все ж таки славетне покращення в Україні, у нас все буде нормально, будемо далі йти і працювати. Друзі, у нас Марина Дорогенко, ріелтор у студії, ми поговорили про те, як же ж вигідно купувати, як не втрапити на чорних забудовників, як визначитися з білими, взагалі-то. А якщо ви тільки що до нас доєдналися, повтор нашого інтерв'ю можна подивитися на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа». Так, друзі, от зараз на легесенькому вже розстібну піджака. А знаєте чому? А тому що зараз буду заходити в інтернет, підписуватися вкотре на канал «Правда тут медіа» і дивитися усі наші інтерв'ю. Бо стільки ж усього цікавого сьогодні було. Ви, до речі, теж підписуєтесь. Це важливо. СММ, ріелторство, мистецтво, музика. Чого тільки немає у нашому YouTube-каналі «Правда тут», підписуйтесь. А особливо тисніть дзвіночок, ви будете першими, хто це побачить. We'll be right back.